Сегодняшнее видео называется «Медитация для начинающих проще некуда». Для тех, кто смотрит мой канал, и для подписчиков уроки медитации.рф, для тех, кто практикует медитацию, это будет хорошим, эффективным методом для входа в медитацию, а также для повседневной перезагрузки. Вот. И это видео особенно я записываю для тех, кто вообще никогда не медитировал, и он хочет начать с чего-то. За счет этой практики можно испытать на себе, пережить мощь вот этого закона позитивного мышления. О чем ты думаешь, тем ты и становишься. То есть, практикуя этот метод, ты реально видишь, как изменения внутри твоего разума, они приводят к изменениям во всей твоей жизни, во всех твоих отношениях, в твоем мышлении, в твоих эмоциях. То есть, полностью все переворачивается, когда ты практикуешь. И дальше, уже основываясь на этом опыте, можно продолжать двигаться к более продвинутой медитации. Так что это вот идеальная форма медитации для начинающих. Еще, как можно эту технику использовать? Можно ее использовать для перезагрузки в течение дня. Например, ты сидишь где-то на экзамене и чувствуешь, что у тебя почва из-под ног уходит, эмоции твои тебя предают, ты испытываешь страх и проваливаешься в черную бездну, где у тебя нет никакого самоконтроля. И в этот момент, если ты уделишь 3-4-5 минут на практику этого метода, почва под ногами появится, уверенность появится, и ты в конце концов будешь эффективен. И также с любой другой эмоцией, которая нарушает спокойствие, равновесие твоего ума, будь это раздражение, какое-то влечение, отвращение или страх, все эти эмоции можно уравновесить за счет позитивной эмоции. Так что в течение дня, где-то там перед важными событиями, можно 2-3 минуты посвятить вот этой настройке себя и войти в позитивное настроение и быть победителем. Вот. Ну и как вход в медитацию, и для тех, кто никогда не занимался медитацией, это начальная техника. А также, если вы хотите познакомить своих родственников, своих друзей с практикой медитации и открыть им вот этот закон, что о чем ты думаешь, тем ты становишься. Не просто открыть теоретически, а практически продемонстрировать. Вот смотри, вот ты так делаешь, и вот как это работает. То это очень-очень хороший метод. Вот я с радостью сегодня делюсь им с вами. Итак, что нужно делать? Поза может быть любой. Лучше, конечно, если будет позвоночник прямым, то есть ты можешь сидеть идеально вот так вот в лотосе или там со скрещенными ногами, со прямой спиной. Потом можно лежать, просто расслабившись вот так вот на полу, в шавасане, можешь сидеть где-нибудь на стуле с прямой спиной, да, в общем-то, в любой позиции. Вот. Но прямая спина помогает сконцентрироваться. И нужно расслабить свое тело и начинать осознавать свое дыхание. Что нужно делать? Тебе нужно вдыхать и говорить себе: я вдыхаю, я осознаю, что я делаю вдох. И осознавать его по всей длине. То есть как вот вдох у тебя начинается, как легкие заполняются, как это приятно, как твое тело насыщается кислородом. И потом выдох. Я делаю выдох, я осознаю, что я делаю выдох. И осознаешь выдох по всей длине. Так, минуту 2-3 подышал. Разум уже успокоился, очень сильно баланс восстановился. И теперь следующий шаг. Ты делаешь вдох и говоришь себе: я делаю вдох, и я чувствую внутреннюю радость. Выдыхаешь, я делаю выдох, и я чувствую внутреннюю радость. Вам нужно вспомнить момент жизни, когда вы были безупречно счастливы. То есть, вот, пусть это даже был секундный какой-то момент. Откройте вот этот внутренний секрет радости. Попробуйте испытать вкус этой эмоции, вернуться к этой эмоции. Не пытайтесь имитировать эту эмоцию в своем внешнем поведении. Потому что вот это вот часто люди бывают, когда они начинают заниматься медитацией или чем-то, они думают, что они должны все время выглядеть счастливыми. Нет, это неестественно. Будьте таким, какой вы есть. Вообще забудьте, что вы медитируете, ничего такого особенного в жизни вашей не происходит, вы просто медитируете. Пусть медитация сама по себе вас изменит,
Пусть вот эта вот регулярная такая перезагрузка, пару раз в день ты садишься медитировать, и в течение дня тоже ты время от времени перед какими-то важными делами вот так вот сосредотачиваешься. Пусть вот это вот очищение мыслей, пусть само оно вас трансформирует, пусть вообще это будет никому неизвестно, и вдруг раз, и вы поменялись. Ваше поведение, ваши эмоции, ваши отношения с другими, все стало другим. Вот, ну и... Если вы хотите познакомить своих друзей с этой медитацией, то есть это очень хороший, вообще с практикой медитации, это очень хороший способ, потому что они могут пережить по-настоящему силу вот этого закона, о чем ты думаешь, тем ты становишься. Вот. Ну, на этом, наверное, все. Если кто-то впервые видит вот это видео с медитацией, я еще приглашу вас на канал урокимедитации.рф. Там разработан поступенчатый план освоения медитации. Буду рад также, если вы подпишетесь на этот канал, он будет для вас источником вдохновения. Вот. Ну и напишите, будет здорово, если вы напишите в комментариях, как работает эта медитация с вами, то есть что меняется, когда вы практикуете вот такую вот медитацию дыхания, медитацию радости. Все на этом. Говорю вам до свидания, всего доброго.